Файлайт, с вами я, Хайт. В этом видеоролике мы будем помогать игрокам в Майнкрафт на сервере WinMine. В этот раз именно видеоролик, так как давно они не выходили у меня на канале. В основном одни стримы по танкам, по майну, тому подобное. Мы подключаемся сейчас на сервер. Нас приветствуют. Мы бегим к порталу, на котором я уже договаривался со своим другом снять. Ну, как договаривался, он на нем играет, и я планировал, может, я с ним встречусь. Так раз таки, у него тоже есть YouTube-канал, он попадет ко мне в видео, возможно, будет даже за это благодарен. Пока идет заход на сервер, я его пропущу. Ну вот, мы загрузились. Это место моего выхода. Сейчас пишем ТП и первые два символа его ника. Тем самым проверим, тут ли он. И оказалось, что он тут. Сначала я его немножечко поискал, так как я не увидел. Потом он оказался у меня за спиной. Видать, не сразу прогрузился. У него вот такой вот скин прикольный стоял, но основной у него другой скин. Я с ним поздоровался. Он мне в ответ. И я у него спрашиваю, тебе нужна помощь? Он написал то, что нет, спасибо. Я ему пишу то, что, ну, ладно, бывай, но тут я передумал. Ну, я отправил это, но мы с ним договорились, то, что он мне может помочь, либо полетать рядом, чтобы попасть в видео. Он сказал, заодно в видео попаду. Я сказал ему то, что ты уже в видео. Также, Даден, жди, в описании ролика будет на тебя ссылочка. Это своеобразная реклама. Естественно, за это я ничего не прошу. Ты и так мне помог. Так что мы сейчас будем искать рандомного человека, чтоб ему помочь. Я ему предложил то, что если ему не надо, чтобы он попадал в видео, что я могу его вырезать, если он не хочет. Он сказал, что вырезать не надо. Ну, как бы, ладно, не надо, значит, не надо. Я поставил вид от третьего лица спереди, чтобы сделать скриншотик для телеграм-канала. Кстати, именно сейчас я его буду выкладывать. Подождем. Вот, все, секундочку. Так, вот я только что выложил в телеграм про то, как я сейчас монтирую. Я сделал скриншотик и выложил его в Телеграм. Еще раз подписывайтесь на мой Телеграм, так как новости оттуда вы узнаете первее, чем у меня с Ютуба. Там я выкладываю сразу о том, что будет стрим или будет видеоролик, кадры иногда с них выкладываю. Также периодически появляются мемы, но модератор просто не справляется и не выкладывает их, за что я, скорее всего, у него эту модераторку заберу. Если ты понял, модератор, потому что я знаю, ты по-любому это видео посмотришь. Так что ждем.
Тут мы с ним немножечко общаемся. Я ищу рандомного игрока, и мне попадается на глаза вот этот вот игрок. Я начинаю телепортацию к нему. Пишем команду для того, чтобы телепортироваться к нему. Ждем ТП Рос. И оно нас телепортирует к этому игроку, который занимается непонятно чем. Потом, как оказывается, забегаем наперед, то, что это он помогает строить своему другу, подруге, у которой есть флай. Они строили какой-то земляной барьер. Сейчас я наложу приятную музычку, ускорю это. Поехали. Закончили со строительством этого земляного ограждения, которое мы даже не знаем, для чего делалось. Я нашел другого игрока, который, оказывается, тоже записывал видео. Я об этом не знал. Говорю сразу, я к нему просто тэпнулся, сказал, типа, тебе нужна моя помощь, я сейчас записываю видео. Он сказал то, что он тоже сейчас записывает. И сказал то, что ему помощь толком не нужна. Ну, я у него спросил, точно, ты ж новенький, может тебе дом построить или что-то типа того. И тут он сказал то, что он тут только ради мини-игр, поэтому я отошел. Я его попросил, давай отойдем. Мы отошли. Я вырубил ГМ, получил премиум набор, то есть лид премиума, и отдал ему все, что мне дали. Он это все взял, надел и тому подобное. Сейчас мы это будем наблюдать. Жаль, что без приятной музычки. Хотя ее можно будет наставить. Просто смысла в этом нет, так как это будет происходить очень быстро. И лучше сейчас просто немножечко поговорить, потому что достаточно давно не было разговорных роликов. Был только разговорный стрим, но туда почти никто не пришел, и поэтому он прошел впустую. Вот я ему отдал броню, теперь стал отдавать ресурсы. Я думаю, он был рад, то что ему перепал кит премиума. Подошел еще один человек, но это уже либо изумрудник, либо зачарованный алмазник. Тут много кто бегает просто. Только что приходило уведомление. Ну, не буду вам рассказывать про что оно. Тут подошел другой игрок, я у него, он спросил, ты добрый? Я сказал, что да. Он попросил у меня
купи, пожалуйста, мне флай. Естественно, я это не мог сделать, так как это все только в пределах сервера. А выдать ему временный флай я, по-моему, либо не могу, да и в любом случае я не знаю соответствующей команды. Ему объяснил это, после чего он расстроился и ушел. Сейчас мы будем это все наблюдать, так как озвучиваю я сейчас наперед, так как ничего интересного тут нету. Видео теперь будут, скорее всего, выходить почаще, хотя я не уверен, возможно, потом будет видео с, так сказать, гостем, потому что я могу договориться либо с другом, который тоже ведет YouTube-канал, с Даденом, либо с Хоткэтом. Скорее всего, с Даденом, потому что он снимает Майнкрафт, и мы можем вместе с ним снять все это в YouTube на, ну, из сервера. Заодно он мне, может, расскажет пару хитростей, за что я буду ему благодарен. Даден, если ты смотришь это видео, передаю тебе привет. Надеюсь, ты согласишься на такого рода видеоролик. Мы ждем тут. Говорю, он расстроился опять и пошел. Я стал искать другого игрока, просто вот так вот так взял и начал листать и остановил. Вот на этом дом 999. 999. Прописал команду, телепортировался к нему. И он действительно стал загадывать реальные задания. Тут он был под водой почему-то. Я сразу хотел его вылечить. Но пока прописал команду, у него ник просто неудобный, он умер. Я его стал искать, нигде не смог найти. Прописал команду, чтобы к нему опять телепортироваться. Он на тот момент уже появился дома. Вот он. Я ему пишу, типа, привет, поздоровался с ним. Я снимаю видео. Тебе нужна помощь? И ждем его ответ. Тут я не буду спойлерить. Единственное, скажу то, что он единственный стал загадывать нормальные желания. И я их выполнял с удовольствием. Единственное, последнее желание, если ты видишь это видео, напиши мне в комментарии, в Телеграм, я тебе отвечу, я тебе отдам то, что ты попросил. Я просто не успел, ты вышел с сервера. Он пишет то, что ему нужна помощь. Я у него спрашиваю, какая? Он опять с кем-то поздоровался. Ждем. Он стал рыскать по сундукам зачем-то. А, он достал стекло и стал ставить его. Я хотел ему помочь, но он успел раньше меня. Я проверил, есть ли у него тут регион. Он тут оказался. Он хотел закрыть дверь передо мной, но не смог, потому что я зашел. Да и это никак не помогло, я к нему просто телепортировался. Я у него спрашиваю, какая помощь нужна?
Тут я стал ждать. Позаходил в инвентарь. Он сказал броня. Я ему написал, типа, жди. Телепортировался домой. Ну, свой регион. Выключаю ГМ, чтоб лазить в сундуках. Взял золото. Алмазы, золото, железо. Опять взял топор, кирку, лук, золото, железо, стрелы и меч. Потом опять стал рыскать по сундукам, дабы взять верстак и построить... Ну, и скрафтить ему броню. В основном из алмазов. Потому что он попросил броню. Я выполняю. Он не уточнил, какую. Я ему решил сделать приятное. И сделал алмазную. Сначала кираса. Потом шлем. Потом поножи. И потом ботинки. Все это успелось. Оно все сразу одевалось на меня. Я это снял быренько. Положил железо и золото. И телепортировался к нему. ТП. Дом. Он сразу же подбежал ко мне. Я ему стал отдавать это все. И тут я только на монтаже забыл. Увидел то, что я забыл ему скинуть алмазные поножи. Ну как забыл? Из-за того, что из инвентаря, из инвентаря нельзя кидать. Очень быстро. Я не сразу заметил, только сейчас. Так что можешь написать, еще заберешь поножи. Он написал то, что нужен дом. У него спрашивает другой. Он проигнорировал. Тут я стал бегать, мне показалось то, что я увидел игрока. Я подошел, смотрел, сказал про себя то, что мне показалось. Я полетал, поискал, есть ли тут место хорошее для домика. Его я не нашел и полетел в другое место искать. Летал, летал. Тут был какой-то игрок. Я залетел, увидел у него тут таблички, решил глянуть, что за таблички. Было странно. Ну, я не стал ничего с ними делать, просто ушел. Там я нашел дом из мема. Помните про школьника? Я стал, тут было что-то более-менее похожее.
на место для дома. И вот тут вот я его решил делать. Сейчас будет ускорение, потому что это заняло пол видеоролика. Так что начинаем. Thank you.
so don't even listen to him. He don't know nothing at all. Try not to get too involved, but really it's breaking my heart how you keep changing for him. Never forget who you are. Butterfly, you're a butterfly. Butterfly, wingspan just let it fly. Butterfly, butterfly. What is life without brightness? Be alive. You were never quiet, never so shy. Now you're so serious all of the time. Show me that smile, it's not too late to reinvent yourself. Bust out your cocoon, spray on your perfume, and go enjoy your new point of view. There's no way you can lose, the world works for you. Now that you're a И тут во время монтажа я решил, что самое время попросить вас подписаться на канал, написать комментарий и поставить лайк. Так что, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, либо же дизлайк, если вам что-то не понравилось. Но в комментарии обязательно напишите, что вам либо понравилось, либо не понравилось. Все, а мы поехали дальше.
я уже решил полетать, посмотреть, что получилось, что не получилось. Попытался телепортироваться к моему, так сказать, заказчику. Прописываю ТП. Дом. А игрок офлайн. Так что если тебе нужен этот дом, то напиши в комментариях, в Телеграме, либо свяжись со мной как-то, я тебе его отдам. Как это и поможет. А теперь пришло время прощаться. Файлайт, с вами был я, Хайд. Всем пока-пока. Теперь будет приятная музычка.